Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. З метою популяризації туризму 27 вересня відзначається як Всесвітній день туризму. Я собі згадала, що у мене є знайомий, який, здається, став туристом ще до того, як з'явився на світ. Він ще коли був там животику у матусі, а вони разом з батьками подорожували, ну, вели такий спосіб життя туристичний. І от, власне, так і виховали своїх двох синів. Сьогодні Олег Супрунов у мене у студії. Він і турист, він і спелеолог, він і альпініст, а ще він батько. І у нього є донечка, їй 6 років, і вона також туристка з багаторічним стажем. Я би сьогодні хотіла поговорити про те, власне, про дитячий туризм і як він впливає на розвиток тієї маленької особистості. А Олег, батько, який ходить зі своєю донечкою в туристичні походи, і він може про це розповісти. Тобто це не буде якась методичка, а це дійсно буде реально. Добрий вечір. Добрий вечір. Я рада бачити тебе. Аналогічно. Тебе одразу, от твоя донечка, вона з якого віку от стала туристкою? Коли це сталося? Ой, це буквально з 2-3 місяців вона вже ходила со мной. Ну, конечно, у людей будут вопросы, каким образом. Ага. Она была в коляске. Мы в коляске, я ее уложил в коляску, и мы гуляли с ней из центра города на Медвежку, кто на Хмельничан, ого, не знаю. Да. Мы ходили в лес, она своими малюсенькими глазенками смотрела на листья, на деревья, я ей рассказывал, я ей показывал. То есть это с самого раннего детства оно где-то закладывалось уже в ней. Тобто підсвідомо, тобто вона ще не розуміє ще нічого, але вона вже, як то кажуть, була у цьому середовищі. Она реагировала, да, она реагировала на все, на звуки, на какие-то, где-то птичка там закричит, она уже смотрит в ту сторону. Я понимал, что она пропитывается уже этим. Вже мені так подобається, у тебе очі так світяться, коли ти розповідаєш про неї. Давай тоді отак паралелі спробуємо трошечки провести. Твій вік, от так, що ти свідомо себе пам'ятаєш як туриста, та? В якому віці це сталося і чи не було це з якимись людьми і так далі, що взагалі? Нет, ну, сведомо я себя помню, то это где-то лет с 3. Я практически вырос в рюкзаке у родителей, потому что мы всегда, каждые выходные мы ходили в лес обязательно. Потом немножко я подрос, мы уже ездили на Кавказ, в Карпаты с родителями. То есть это вся, все детство у меня связано с какими-то воспоминаниями такими светлыми и яркими. То есть если кто-то свое детство там помнит с трудом, то я очень хорошо помню, потому что у меня детство было яркое благодаря моим родителям. Вот. Это и горы, и моря, и поля, и, боже, куда мы только не ездили. Иногда я уже сталкиваюсь с тем, что когда люди меня спрашивают, там, например, проконсультируй нас по какому-то маршруту. Uh-huh. Я говорю, ой, я там не был. Потом залажу в архив фотографий и понимаю, что я там был, оказывается. Вот. Я, уже все... я забываю просто уже, где я был, в каких местах, потому что слишком много всего. Uh-huh. Ну, ти почав вже пригадувати, власне, свої туристичні маршрути. А, знаєш, ну, зазвичай, от як от скажеш, там, з дитиною йду в похід, так? Uh-huh. А, Боже, куди ти береш дитину? Там же дощ, там холодно. А що вона буде їсти? А вона захворіє і так далі. Там ми ж хочемо для дітей все найкраще. Ми хочемо, щоб було тепленько, м'якенько, смачненько. От як отут от іде такий вибір і відносно оці плюси, які обираються саме по туризму? Ну, діло в тому, що прежде чим щось починати робити, потрібно добре подумати. І, в принципі, любая проблема, так скажем, бытового характера в походе с ребенком, она решаемая. То есть, если холодно, то можно взять одежду. Вот. Если надо что-то сварить, кушать, то надо подумать, как, на чем, где и все. Все продумывается, все. А проблемы нет. На самом деле нет плохой погоды, есть плохая одежда и плохая организация какой-то экспедиции или похода. То есть, в любом случае, бо це, мы сегодня по ходу нашей разговора все одно будем давать какие-то порады, так как мы торкаемся саме дитячого туризму, так? А ти батько, який пройшов вже не один маршрут, ну, зі своєю донечкою, зараз ми теж їх, до речі, пригадаємо, от, то відповідно будемо давати якісь поради, от, як не потрапити в якусь халепу, да, з дитиною. Тому що коли ти йдеш в похід з дитиною, та, то вже відповідальність однозначно в рази просто стає більшою. Але мені здається, є ще якийсь плюс у цьому. От коли, да, діти вдома, батьки,
однозначно вони чимось зайняті. То чи там кухня, чи там прання, чи ще щось, чи книга, чи ну, багато чого, а дитина сама по собі. Коли ти йдеш в поход, все одно ти з дитинкою, ти Конечно. Поруч із нею, і ти вже не скажеш, а ну йди там, пограйся сама по собі. Та? Оця відповідальність мені цікаво. Чи вона не висить над тобою, знаєш, як той... Ні, ну, я так скажу, я, звісно, перестраховщик страшний. Я, якщо їду даже летом, вот мы там ездим куда-то там в какой-то поход или на море, я перестраховываюсь на все случаи жизни. Вплоть до того, что там у меня 10 запасных комплектов одежды будет на нее, 3 пары обуви, там куча разных вещей. Mm-hmm. На случай какой-то экстремальный у меня всегда с собой будет. Даже если мы едем отдыхать даже там в гостиницу, например, но у меня с собой на всякий случай палатка. Она, ну, на всякий случай, потому что была когда-то ситуация, у меня есть старший сын еще, Ваня, мы с ним когда-то поехали в Коблево, и прошел смерч, он тогда практически... Я помню, это несколько лет назад. Да, это где-то 9-й год был тогда, и тогда был уничтожен практически аквапарк в Коблево, и... Я был спокоен, потому что даже видя, что там были разрушения некоторые, там несколько баз там пострадало. Вот. Но я знал, что в любом случае у меня есть палатка, у меня есть пару спальников. Даже если наша база снесет, то мы будем себя нормально, комфортно чувствовать. Я знаю, куда уйти, как это самое. Ну, ты справжний батько. Ну, вот, то есть... Знаєш, я би хотіла все ж таки, щоб ми розказали, коли куди оця маленька дівчинка Маша ходить, та які у вас були вже маршрути. Ви ж не тільки там в ліс ходили, от як зазвичай, да, поле, ліс, та це вже були і гори, це вже навіть були і підземелля. От розкажи про це. Ну, первый, так скажем, пробный такой походик був, это на Дністер в Бакату нашу. Ми поїхали. Это было лето, было тепло, как бы это самое. Ну, естественно, там многие могут задаться вопросом, как вопрос гигиены там решался, как вопрос... То есть я купил небольшой маленький такой бассейн надувной, налил из родника воды, нагрел ее, и там у меня Маша и купалась, я ее там потом и мыл, там, и все, значит, и... Ну, это был пробный такой. Более-менее серьезные походы у нее начались чуть позже. То есть мы уже поехали, в полтора года ей было, мы поехали в Турцию. Вот. Но это был не поход, конечно. Так но мы, это уже такой но это было, да? Испытание. Uh-huh. Мне было интересно, конечно, как она перенесет другой климат, как она перенесет, потому что родители часто думают, что ребенок заболел, когда температура, когда они приезжают куда-то, поднимается до 38 градусов. Uh-huh. Это просто акклиматизация идет. Она прекрасно перенесла перелет в Турцию, она прекрасно там себя чувствовала, мы купались, гуляли, и все было хорошо. Из именно походной тематики она поднималась со мной на гору Гымба, на самую вершину. Она, як? Вона йшла пішки чи як? Ми частично проїхали на підйомнике, вот, частично проїхали на грузовике, там ще такий піднімався, а частично вона ходила пішочком, тому що ребенку в 5 років как-то ще так, я стараюсь не напрягати особо ще так, щоб це плавно вона приходила к этому всему. Були на водопаді Шипіт, который рядом знаходиться, були, потім уже почали їздити там, там і на Дніпро, и мы с ней плавали на яхте, и мы с ней это на море плавали на катамаране на Подністру, брали надувную лодку, плавали по всему Бакатскому заливу. Ну, это дети завжди так люблять. Да, и несмотря на то, что даже дождь капал тогда, мы все равно с ней плыли на этой резиновой лодке, и все нравилось. Вот, ну, потом я ее повел уже в пещеру Атлантида нашу. Ну, от давай тут окремо поговоримо про це, тому що одна справа там на землі, а там печери, там зовсім інші умови. Я просто зараз хочу до наших глядачів звернутися, сказати, що ви дивитеся програму «Під абажуром». Ми сьогодні говоримо про дитячий туризм. У мене сьогодні в гостях батько-турист, який зі своєю 6-річною донечкою подорожує. І ми продовжуємо розмову відносно печер. Угу. Да? Там зовсім інші умови, там дійсно і сирість, там дійсно і холод. Розкажи, як вона це все перенесла раз, чи вона не боялася, чи потрібно було їй щось окремо розповідати?
Ну, дело в том, что если вот так, родителям я обращаюсь, хотите, чтобы ваш ребенок попал в пещеру, вот, надо начинать, конечно же, не с вертикальных пещер Кавказа или там Крыма, а надо начинать с чего-то простенького. Есть прекрасная пещера Атлантида, одна из красивейших пещер в мире. Спелеоклуб Атлантида, Хмельницкий спелеоклуб Атлантида имеет там свою базу. Есть все условия для того, чтобы приехали не только опытные туристы, но и абсолютно чайники, которые... А есть дитячие споряджения там? Конечно. Угу. Есть детское снаряжение, опытные инструктора. То есть никакой опасности нету. Невозможно практически там пострадать как-то, потому что четко поставлена работа и четкие инструктора знают свои задачи, имеют большой опыт вождения детей. Для детей именно, там беспечно. Да, абсолютно. Абсолютно. Угу. И вот я Машу и привез, она очень давно хотела, у нас как-то не получалось, то холодно, то у нас какие-то другие поездки, если это теплое время года. И в конце концов она наконец-то все-таки меня вытащила, она меня вытащила в пещеру, говорит, папа, ты мне уже обещаешь, говорит, давай уже ехать в пещеру, и вот мы поехали, я ее лично посвятил в спелеологи, это целый обряд. А как? Ну как, Светлана, расскажи, мне это цікаво, расскажи. Ну, я так скажу, там целый обряд есть, ну, хотя бы так, но элементы. Самый интересный элемент, это когда пещерной глиной мажут лицо, вот, то есть это уже человек. Тільки обличчя, так? Да, да, ну человек в комбезе. А подразнення ніякого не буде? Ну, глина там, ей больше 12 миллионов лет, она абсолютно стерильная и очень полезная, кстати. Угу. Девчата, напевно, по глину туда Девчата, ходят. Когда попадают в пещеру Атлантида и видят сине-зеленую глину, которую они покупают в пакетиках, вот, а тут ее лежат тонны, то они с ума сходят от счастья и набирают себе огромные пакеты. Угу. А еще вот было первое, что сказала Маша, когда с пещеры вылезла уже безпосередньо сюда на повітря, не помнишь? Ну, Маша, она вообще такая, когда она в походе где-то, где-то попадает вот в горах там, или на водопады там, или еще где-то, она очень сосредоточенная, так она аккуратная, она осторожная, она, и она, у нее нету такого, что она там теряет сознание там сразу, там, угу. она себя, да, угу. она так себя контролирует, и она как взрослый такой обдуманный турист, такая. Вплоть до того, что вот если мы идем где-то по лесу, она посматривает наверх. Я говорю, что ты там смотришь? Она говорит, ну вдруг сухая ветка, а тут ветер дует, чтобы на голову не упало. То есть она очень такая в этом плане, такая наблюдательная, да. Дивися, ми говорили колись з тобою про те, що люди дуже недбало ставляться до природнього середовища. Та? Відтоді минуло вже декілька років, але ж ти продовжуєш бувати як турист, а й ми усі. От чи помітив ти якусь різницю? Чи змінилися люди по відношенню до природнього середовища? От що ти можеш відносно цього сказати? Ну, обобщать здесь нельзя, сказать, что вот все люди взяли и поменялись. Вот. Нет, конечно. Но то, что тенденция пошла положительная, это однозначно. Я замечаю то, что может это, как ни странно, благодаря войне люди объединились и почувствовали, что это наш дом. Вот, что наша страна – это наш дом. И его надо беречь, его надо оберегать. Уже вижу, как... Какие важные слова говоришь, вот, манеж, ворожки. Да. Люди начали за собой наконец-то уже привыкать вывозить мусор. Есть положительная тенденция от того, что они видят, как это происходит за границей. Потому что очень много наших соотечественников там побывали и увидели, что такое Европа чистая, что такое другие страны. Ну, то есть уже немножко меняется этот... Раньше ж как? Выпил, бросил там окурки, то есть все. А сейчас я наблюдаю, что люди все-таки складывают мусор как-то, его стараются утилизировать. Вот. Ну, конечно же, если попадают туристы там, или спелеологи профессиональные, то они никогда не только за собой уберут, но они сожгут все, что вокруг в радиусе 100 метров находится. Вот. То есть есть изменения, конечно, угу. какие-то. А за что ты вдячный батькам своим? За что? За то, что я есть, в первую очередь. Потому что меня бы не было, не было бы ничего. Ну и, конечно же, я так скажу, что дай Бог всем таких родителей, потому что столько, сколько мне вложили в голову и в душу, и это никуда не денется, то
ну, это описать невозможно, потому что, знаете, в разных семьях по-разному относятся к родителям. Я иногда слышу даже от молодежи такое, я же фото-видеосъемкой занимаюсь, и когда на свадьбе, когда говорит, моя старая там, или мой старый, я, например, у меня язык не поворачивается такое сказать, и такое в голове, потому что есть мама и папа. Вот, и это люди практически святые для меня, и их, если мне что-то сказал отец сделать, например, там, или мама там, там надо приехать, надо что-то сделать, надо помочь. Я уже не буду думать, могу я приехать и не могу. Я буду думать, как мне решить свои вопросы, чтобы приехать. Mm-hmm. Вот. То есть, и я думаю, так должно быть. Потому что от уважения к родителям и закладывается уважение к нам, наших детей. Вот. Ну, наші глядачі вже побачили фотографію. Я гадаю, що ну, ті, хто знають, то зрозуміли, що батьки Олега достатньо відомі люди. І це Алла Григорівна, наша телеведуча, автор програми «У колі домашніх турбот». І батько Олега – це колишній директор музичного училища. Тобто люди, які дійсно знають, що вони вкладають в своїх дітей. І якби от зробити окреме інтерв'ю навіть з тою самою Аллою Григорівною, то можна багато чого почерпнути. Можливо, це інтерв'ю буде попереду ще в моїй програмі якось. Давай ми з тобою продовжимо. Дивися, ну зараз такий світ, власне, є плюси в тому, є мінуси. Та? Сучасні діти, вони дійсно знають, що таке гаджети, вони з комп'ютером на ти, телебачення. Тобто усі ці речі, вони з другої сторони відбирають у дітей реальний світ. Відбирають у дітей споглядання навіть того самого, там, як проростає квітка, та, чи що таке там роса, чи от якісь такі інші речі. От щоб ти порадив батькам в цьому напрямку, та, і знову ж таки на прикладі себе і на прикладі своєї дитини. Я так скажу, звісно, от зараз найбільш розпространена проблема у всіх батьків – це нехватка часу і нехватка грошей. В каком плане? Денег не для того, чтобы что-то купить или поесть, а чтобы поехать куда-то даже. И часто я вот вижу, что дети остаются там с родителями, либо там их отправляют к бабушкам, либо просто дома, когда там родители заняты, им дают там, на, смотри мультики, угу. На тебе досить планшет, иди играй. Это самое. С одной стороны, конечно, это как бы палка о двух концах. С одной стороны, понятно, что дети должны владеть всеми этими гаджетами, потому что впоследствии они будут уметь работать на этом, они будут разбираться. Это реальное життя, да. Это просто... И в конце концов, это где-то они, кто-то благодаря этому будет и деньги зарабатывать впоследствии. Но, конечно же, духовная часть, она умирает. Разрывается вот этот контакт между родителями и детьми. Дети уходят с головой в игрушку. Я сам когда-то играл в компьютерные игры, ты оттуда выходишь, и ты приходишь в себя еще несколько часов, и ты в прострации находишься какой-то. Если с ребенком не общаться, если его не слышать, если с ним не заниматься делами, которые интересны ребенку, то, естественно, контакт разорвется, и потом он просто не будет слышать своих родителей. Я, например, на своем примере вам так скажу, что я постоянно, вообще психологи говорят, что нужно хотя бы полчаса в день уделять ребенку, чтобы и делать то, что ребенок хочет. Вот он хочет играть в магазин, играй с ним в магазин. Понятно, что нам это не интересно, но нужно это делать. Я, например, пів години, здавалось би, боже мій, да. Серед 24 годин, ну нехай не 24, ну, нехай 10. Я стараюсь з Машею своєю, то ми постійно робимо аплікації, ми рисуємо, ми робимо якісь об'ємні аплікації, ми знаходимо там, вплоть до того, що там подарочну коробку знайшли, там якась там золотая страничка, вирізаємо сонечко, вже робимо, лепимо щось. Тобто... Ей, ну, ты это скажи интересно. Мне, батько, честное слово. Не, ну, гарно, ну, самое интересное, я вот сам хочу обратиться. Поверьте, вы окунетесь в это. Отримаете задоволение. И вы получите удовольствие. Это такая разрядка вообще мозгов. Потому что, приведу простой пример. Понаблюдайте за детьми, то есть за родителями, которые в парке. Есть такие машинки, знаете, сажают ребенка и играют, ну, далее ребенок ездит. Ребенок получает удовольствие.
Ну вы посмотрите на глаза папы, это же мальчик стоит с машинкой на радиоуправлении, он играется. Вот. И это действительно так, этот ребенок у нас есть. Мы все одеваем маски солидности, серьезности, на самом деле мы как были пацанами, так и остались. Просто вот. Их выпускать потрібно. Да, та, нужно не, просто это самое. И не бояться того, что кто-то там подумает, что ты какой-то несповна розуму. Да, та? Абсолютно. Давай повертаємося все ж таки у Всесвітній день туризму, повернемося до туризму як такому, і причому пізнання інших країн. Це також дає дуже великий імпульс. І ти свого часу був у Непалі, от, і привіз тоді стільки вражень, що вони досі тебе гріють. Я хочу, щоб ти поділився ними також. Ну, конечно, очень интересно всегда посещать какие-то страны, а тем более экзотические какие-то там, туда, Юго-Восточная Азия. Те, чего немає в нас, да. Правда ж? Конечно, есть много факторов, которые туда тянут после посещения их, потому что не зря все духовные учения, все как бы там центр, это все-таки был там, потому что Запад, он более такой схід, сухой, схід, да. Да, а Восток это и больше метушливый, да, а тут засередженность. Это, конечно, очень интересно, но всем, кто собирается куда-то очень далеко ехать, я очень рекомендую учить языки, потому что без знания языков очень тяжело общаться, потому что хотя бы английский, да? Хотя бы английский, да. Ну вот мы когда были в Непале, мы практически, я месяц не слышал родной речи. И уже когда киевлян встретил там, то я думал, что мне это снится. Это была радость такая. Так. Было даже непривычно говорить на родном языке. А если же ты с ними спілкувався? Чи була у вас людина, яка... С иностранцами? Так, вот. Так. Не, ну я говорил на английском, потому что я владею английским языком. Я немножко владею непальским. Мы готовились, мы немножко учили. Угу. Это было полезно, потому что если ты приходишь куда-то там и говоришь на родном языке, обращаешься, то тебя обслуживают в первую очередь. И совсем другое отношение. Потому что каждой народности приятно, когда обращаются к нему, хоть и на ломаном, хоть и на коверканном, но на их языке. Угу. Вот. А еще вразило найбільше те, чего у нас немає ніколи не буде, ну, крім тої зосередженості на своєму внутрішньому світу, взагалі, можливо, таке враження, знаєш, пригода чи якийсь менталітет тих людей? Ну, менталітет, якщо касатися Непала, це абсолютно миролюбива нація, яка вони ніколи, ні при яких умовах, вони не ссоряться, вони не деруться, вони ніколи це саме, вони абсолютно безобідні. Ну, конечно, каждый народ по-своему есть какой-то свой, там, не знаю, там, грузины, они там добродушные, но они горячие такие, там, турки, они там вообще огонь. Ну, то есть с каждым народом надо уметь общаться на их языке и уважать их обычаи, их мировоззрение. Потому что если вы приезжаете в мусульманскую страну, я вот видел такое в Турции, например, или в Египте, говорят, вот, что они там такие, раз такие, там, турки, египтяне. Но когда выходит девушка там в мини-юбке, она не понимает, что это мусульманская страна, что надо как-то соответствующе как-то выглядеть, если ты выходишь за территорию отеля. То есть нужно уважать эти традиции. То же самое в Непале, там, например. То есть они к нам относятся как к инопланетянам примерно. Они смотрят, ну вот приехали с другой страны. Но надо подстраиваться под их обычаи. То есть если ты в храм заходишь, ты должен зайти босиком, ты должен зайти тихо, ты должен правильно с ними здороваться. Не кричать «Hello!», вот, а все-таки «Намасте» сказать. Mm-hmm. Вот. То есть вот так вот надо как-то. И тогда будет контакт с местными, и будет интересно, что ты узнаешь новое там. Знаешь, повертаючись до донечки, взагалі, зазвичай, талант дитини майже одразу помітно. Тобто, коли дитина вже починає усвідомлювати себе, ми помічаємо той талант, який даний від Бога. Та? Не завжди, але в більшості. Та? Що є такого особливого от в твоїй дитині, що пов'язане саме з туризмом, чи є щось таке? Ну, я так скажу, гени пальцем не сотреш. Эти гены проявляются на радость мне во всем. Значит, ну, первое, что было, это когда она была на даче с моими родителями, и я приезжаю, а мне мама говорит, иди посмотри на это чудо. Прибегает моя малая с ведром, в ней куча камней разных, и она говорит, папа, мне уже бабушка сказала, что вот это гранит, вот это кварцит. Что вот это такое? Я говорю, это песчаник. Почему он такой?
И вот ей интересно, она это самое все спрашивает в деталях, ей начинает рассказывать, как она образовалась. Это ребенку в 6 лет почему-то интересно. Я никогда ее не заставлял, не толкал к этому. Вот она сама заинтересовалась геологией, так как интересуюсь ею я. Угу. И вот там на тему динозавров мы можем говорить часами. Когда были в Одессе, она меня увидела, что музей археологический. Говорит, что это за здание? Я говорю, музей археологии. Говорит, а это что такое? Я говорю, там древности. Она меня за руку в тот музей. Я говорю, Маш, тебе там неинтересно будет, там кувшины всякие, там какие-то там. То есть. Она каждый экспонат ходила, спрашивала, что это такое, когда оно, как оно сделано, откуда оно взялось. И там это обслуживающий персонал музея, они ходили с квадратными глазами, говорят, боже, это шестилетнему ребенку вот это интересно. Про такое не питают. Да. То есть даже когда мы спустились в нижний зал, там было такое, там и мумии, и скелеты целиком выкопанные с почвой скифских курганов. Она, я думаю, боже, как же ребенок отреагирует на скелет. Она посмотрела на один скелет, на другой. И первое, что она мне сказала, говорит, а почему вот этот белый, а этот коричневый? Я говорю, ну этот более древний. Говорит, да. То есть он раньше умер, да. То есть абсолютно спокойно, так прагматично. Угу. Она... Уже як науковець маленький. Да, да, да. Ти знаєш, наш час вже просто катастрофічно сплив. Да. Дуже дякую тобі за участь у програмі «Під абажуром». Ти щасливий батько, і я бачу, наскільки багато ти даєш, тому що тобі є що дати. Те, що прийшло до тебе від батьків. Подорожуйте і далі, і розвивайтеся разом. Дякую. Спасибо. Дякую нашим глядачам. Подивилась програму «Під абажуром». Звичайно, вирішувати йти в похід, не йти, бути туристом, не бути, це вам. Але замислитись над тим, що це дасть вашій дитині, це ж таки варто. Тому що ну, туризм – це такий, знаєте, така штука, яка дає настільки різнобарвного вашого життя, оселяє в вас особисто, що потім дійсно вам є чим поділитися і з іншими, і зі своїми дітьми. До побачення.